Итак, я с удовольствием представляю и очень рад видеть в нашей студии чемпиона планеты Земля и окрестностей по ралли, двукратный европейский победитель, золотой обладатель золотого, не знаю, это что, тельца, наверное, Алексей Лукинюк у нас в гостях. Здравствуйте, привет. Алексей, добрый день. Всем привет. Как ваши дела? Дела отлично. Погодка, конечно, слякотная, но здесь тепло, уютно, наливают вкусный чай. Наливают, так что все отлично. Второй голос вы слышали, красивый, бархатный, но это не Элвис и даже не, и, в общем, не музыкант, но очень хороший человек. Дмитрий Моисеев, 100 лет 100 зим. Диму приветствуем. Да, руководитель внедорожного клуба «Автокод», старейшего в Петербурге, одного из самых таких старых, да? Судья первой категории спортивной, обладатель Кубка ДСА в паралли-спринт и тоже автолюбитель, имеющий права и умеющий поворачивать направо по стрелке. Дим, привет. Привет. Да, и сегодня у нас животрепещущая тема, ради которой мы позвали двукратного чемпиона Европы в том числе. Сегодня Дима хочет сказать свое веское слово нарушителям спокойствия, а именно зрителям, которые расставляют свои себя самих во время ралли в опасных местах, и объяснить им, какие же они идиоты и сволочи. Итак, добрый день еще раз. Прошу, Дима, давай, вводи нас в курс дела. Почему такая тема? Ну, на самом деле, поскольку я не единственный судья, лицензированный в нашем клубе, мы сейчас очень часто работаем на ралли в качестве службы безопасности, занимаемся перекрытием. И в этом сезоне у ралли появился наконец-таки промоутер, и такое определенное свежее дыхание появилось. Но и с этим появилось достаточно большое количество зрителей. То есть, если, в принципе, их и раньше-то было немало, вот, но сейчас их появилось гораздо больше. И кроме вот тех небольших фанатских организаций, если можно так сказать, да, то есть есть у ралли свои фанаты, которые действительно много лет ездят, они, в общем-то, сами действительно в курсе, как, где стоять, помогают даже нам очень часто работать. Вот сейчас ралли Карелия недавно закончилась, там, на прошлой неделе, и столкнулись с тем, что появилось очень много новых людей, которые... То есть вроде как заинтересовались, да? Да, вроде как заинтересовались, потому что действительно идет промоушен, вроде что-то интересное происходит, и очень много новой крови именно в болельщиков появилось. И то есть тут... буквально крови. То есть, нет, то есть... слава богу, в этот раз обошлось без крови, да. Вот, хотя вот в прошлом ты хоть году... не таким тоном говоришь, что напугаешь нас тут всех. Да, ну так у нас в автоспорте, да, новая кровь, она не только с прибавлением участников, да, но и вот зрители тоже. Но на самом деле потенциально шанс был и в прямом смысле крови образоваться. В общем, обошлось все снесенными столиками и мангалами. Вот, но... Собственно, поэтому я вот позвонил своему другу Алексею и сказал: Алексей, очень хочется услышать, как же вот это все происходит в Европе, где Алексей в последнее время... Что-то у меня закралось подозрение, а вы двукратный чемпион не потому, что вы вот как раз не тормозили, а проезжали прямо через этот мангал, и остальные все пытались объехать, европейцы. Ну там-то все по-другому, там-то все по-другому. Вот как раз и хочется поговорить сегодня с Алексеем, как вот там, потому что там промоушен Урали совершенно другого порядка, я... Поскольку за ним достаточно пристально наблюдаю во всех соцсетях, где происходят трансляции с его выступлений, я там в первую очередь смотрю не только, как он там красиво все повороты проходит, но в первую очередь, естественно, смотрю, где как сетки расставлены, где как зрители огораживают, где, в принципе, сами зрители стоят, когда это никак не огорожено. Ну и, в общем, ну, на мой взгляд, вот то, что я вижу в соцсетях, картинка, в общем, конечно, разительно отличается от того, что я потом вижу. А почему, у нас... собственно, нам здесь не перенять западный опыт? Если по телевизору показывают, едет Лукинюк, побеждает, он объехал здесь, но если бы он даже прямо впилился, он впилился бы, ну, в покрышке там, ну что, какие-то отбойники. Ну, вот... Почему вы не берете пример Запада? Вот, давай мы сначала послушаем, как вот на самом деле на Западе, потому что мы вот буквально за пару минут до эфира встретились и еще даже не успели обсудить этот вопрос, поэтому у нас сейчас чистый экспромт, это неподготовленная программа, чтобы вы понимали. Алексей, просим вас.
Да, ну, болельщики на ралли — это сложная, очень длинная история, потому что все началось с абсолютно безумных каких-то толп зрителей на спецучастках в 70-е, 80-е, 90-е годы, когда спортсмены, гонщики просто ехали в живом коридоре и рулили туда, откуда убегали люди. Вот, и там открывалась дорога. Со временем количество инцидентов стало превышать все мыслимые нормы, если нормами можно считать инциденты. Вот. И стали очень сильно уделять внимание безопасности. Вся политика Российской Международной Автомобильной Федерации, ФИА, направлена на то, чтобы повышать безопасность. И у них главный лозунг почти на каждом соревновании — это ФИА for Road Safety, то есть за безопасность на дорогах. Соответственно, движение в Европе, в мире за безопасность началось достаточно давно. И сформировалась уже некоторая культура, я думаю, посещения спортивных мероприятий, и тем более вот таких сложных, как автомобильный ралли, где нет специально подготовленных зон, нет трибун. Ну, на некоторых ралли, конечно, есть отдельные зоны для болельщиков. В Финляндии, например, они строго очень огораживают чуть ли не всю 300-километровую дистанцию ралли сетками. Сетка натянута метров 20-30 от дороги. А выдерживает она, если вот улетает машина? Сетка, конечно, не выдерживает. Сетка имитирует границу, за которую не должны заходить зрители. В связи с чем... смотреть гонку из такой дистанции кажется непривычно русскому человеку. И, каюсь, сам много лет назад, лет, наверное, 10 назад, будучи на ралли в Финляндии, мы обошли где-то эту сетку, нашли местечко поближе к трассе, чтобы... И были оштрафованы, да? И что вы думаете? Он прилетел вертолет. То есть он летел над трассой до старта гонки, он нас увидел. Соответственно, заземлился рядышком, и по мегафону нам сказали: ребята, 40 шагов в лес, иначе здесь никто не поедет, пока вы не уйдете. Просто иногда бывает, что отменяют даже спецучастки из-за количества зрителей, когда организатор понимает, что небезопасно, они не могут контролировать происходящее вдоль трассы, не могут контролировать большое количество зрителей, просто отменяют скоростное движение на этом отрезке. Зрители, конечно, в печали, спортсмены тоже, но безопасность на первом месте. Вот. В разных странах по-разному это происходит. Вот, наверное, наиболее строгая организация в как раз в Финляндии и Швеции. Очень там следят за безопасностью, и количество маршалов в жилетах, оно огромно, и все к ним относятся с большим уважением, к их труду, к их ответственности, обязанностям. Вот, поэтому никто не устраивает никаких качелей, что мы сейчас тут пройдем, посмотрим, что вы нас не пускаете и так далее. Слушайте, а все откуда... культурно и красиво. А откуда, если бы было можно, откуда хочешь, откуда лучше всего, на ваш взгляд, смотреть? Вот к чему люди стремятся? Как-то прямо вот к повороту, где вот прямо там колеса мимо тебя... Где? Мне, как спортсмену, сложно, честно говоря, вообще смотреть гонку со стороны. То есть есть такая поговорка, что ралли надо смотреть через лобовое стекло автомобиля. То есть быть либо пилотом, либо штурманом в экипаже. Вот. Со стороны, лучше всего, конечно, найти точку на удаление от трассы, чтобы просматривался большой ее кусок. Что чем больше ты видишь, тем интереснее. Соответственно, там уже можно организовать какую-то зону с мангальчиком, с тем же столиком и так далее. Вот. Я думал, вы скажете, что какой-то должен быть участок самой трассы, какой-то крутой поворот, на котором интереснее всего смотреть, как вот там пилот с этим справляется. Или не обязательно. Обычно выбирают, конечно, сложные, интересные места, в которых возможны какие-то спецэффекты. То есть, условно, встать на прямой, где машина едет 200, тоже находятся любители посмотреть, как машина мимо них пролетает на такой огромной скорости. Не просто пролетает, а у них еще вот просто выходные пройдены зря, если они мало машин потрогали. То есть они должны обязательно коснуться машин. Это вот какая-то своя фишка. То есть прямо вы едете, лес рук? Такого нет, конечно, уже давно. Лес рук нет, но, к сожалению, вот отдельные болельщики до сих пор, у них вот это вот сделать селфи на фоне
пролетающие в 5 сантиметрах от тебя машины, это вот прям вот такая фишка последнего времени. Ну, Дима, к болезненным точкам, да. Я просто пока рассказываю в общем, как это в мире, в Европе все выглядит. Значит, Финляндию разобрали, там все достаточно спокойно. Да, естественно, вертолет летает. Да, болельщики выбирают сложные места, какие-то трамплины, повороты коварные, где кто-то может вылететь. И, кстати, в Финляндии, опять же, вот интересный такой есть момент, что финские болельщики, они прячутся в лес, чтобы гонщики не знали, что место сложное. Потому что если куча зрителей, сразу понятно, что место сложное. Вот так даже, да? Да, и как-то наш, ну, я сам не был тогда, друзья ездили болеть на какой-то местный этап чемпионата. Вот, встали, значит, на полянке где-то там перед коварным местечком, их финны говорят: ребят, пойдемте, пойдемте, лесочек, вы будете мешать гонщикам гнать, как ну вот, прячьтесь и все. Ну и как только кто-то переворачивается там или улетает, ну, все выбегают там. Вот. Культура такая. В южных странах, Испания, Португалия, болельщики очень эмоциональные, очень активные, их очень много, там буквально десятки тысяч, сотни тысяч порой приходят. Ну, на этапы чемпионата мира это сотни тысяч? Сотни тысяч приходят. Ну, они просто покрывают там гонка в горах. Ага. Вот, они покрывают эти горы просто. Там я вот я смотрел Лёхе видео, это прям вообще ужас безопасника, просто вот живой вот этот вот коридор, но правда, опять же, где-то там 20-30 метров. Ну, они в стороне от трассы, рядом с трассой, как правило, никого нет. Вот, поэтому, безусловно, очень сильно работает служба безопасности. А вот эти знаменитые кадры, правда, из Америки, по-моему, где вот эти болиды, у которых отваливаются колеса там на скорости, они все врезаются в бетонные стены. Это другая какая-то история ведь, да? Ну, совершенно другая, потому что, напомню, что ралли проходит по дорогам общего пользования на время закрытых от постороннего движения. Mm-hmm. То есть есть специальные службы, полиция. Я тебя поправлю, на время проведения ралли они перестают быть дорогами общего пользования. Ну, спасибо большое, это очень, да, важное замечание. Это важное замечание, да. То есть ралли не проводится на дорогах общего пользования. Потому что с момента перекрытия такой кусок дороги начинает становиться спецучастком. Ну, юридически. Да. Юридически, да. И он не является дорогой общего пользования. То есть там не действуют правила дорожного движения. Вот зачем ты вот портишь нам настроение? Прямо уже второй раз вот сейчас. Мы говорим о высоком. Не-не-не, все правильно. Это высокое с той точки зрения, что, опять-таки, очень многие зрители, особенно первый раз попадающие на ралли, они почему-то считают, что ну чуть ли они тут вот сейчас не по пешеходному переходу пойдут, и спортсмен... в этом смысле, то есть законы должен... другие, да? Да, начинают здесь работать, совершенно, да? Другие законы. И, в общем-то... Если спортсмен улетит вот в там, какого-нибудь нерадивого зрителя, да, и там раскатает его даже, то, в общем-то, спортсмену за это ничего не будет, потому что он юридически находился на спецучастке. Там, где там нет никакой зрительской зоны. Где ему можно, зоны, а зрителю нельзя. Да? Ну, понятно. Максимум там пострадаю я, как начальник безопасности ДОПа, если я не обеспечил там безопасность этого зрителя. Но если я его предупредил, если там были какие-то ленточки натянуты, заградительные, за которые его предупредили, что нельзя заходить, и он нарушил, как вот опять же год назад на ралли Карелия, когда там было сказано зрителям, где можно находиться, да, там так, пригорочек был, но это же далеко, надо же вот 5 метров вперед еще пройти обязательно. Вот, и они в итоге оказались в зоне вылета автомобиля и, слава богу, без фатальных каких-то последствий, но тем не менее пострадали. Вот, и поэтому вот здесь вот ключевой момент, что зрители должны понимать, что здесь уже не только средства повышенной опасности, а еще и скорости проносящихся автомобилей такие, что пилот при всем желании ничего не сможет сделать. Если уж он летит по какой-то заранее спланированной траектории, а там вдруг окажется человек, ну вот что-то случилось, тем более вот сейчас зимой было, когда большие брустверы, и вот между машинами давай мы перебежим куда-нибудь в место посимпатичнее. Вот здесь вот что-то, поворотик неинтересный, никто не убрался, надо бы вот там вот подальше 100 метров, там вроде трамплин, давай туда перебежим, давай. Летит машина, а давай-ка мы с дороги уйдем. А как мы уйдем с дороги? Там по пояс брустер, еще и скользкий. Мы с этого брустера падаем под колеса в итоге. Ну, и надо еще понимать, что спортсмен, он лишь планирует траекторию, но не всегда по ней едет. И если три машины проехали в одном и том же месте, это не значит, что четвертая поедет там же. Возможно, что... А возможно, ошибки. Возможно, ошибки, и... Именно на эти ошибки нужно делать огромный запас при выборе точек просмотра.
Обычно, кстати, раздают в районе проведения гонки такие типа флаеров с описанием маршрута, временем, когда проходит... Килограмм 10 на каждом СУ раздаем. Вот, и там есть прям такие схемки, где можно стоять, где, какие зоны являются безопасными и какие зоны потенциально несут большую опасность. Нашим болельщикам нужно просто внимательнее оценивать эту всю эту информацию, ей пользоваться. Совсем умерли мы, все, да. Читайте документы юридические. Давайте передохнем. Ой, господи, как не убиться и при этом увидеть красивый ракурс летящей машины, песок, искаженное ужасным выражением лица, лицо штурмана, такое же веселое лицо пилота, может быть, мы не знаем. И все это близко. Как это все увидеть? Это, ну, понятное дело, что надо подойти как можно ближе. Это с одной стороны. С другой стороны, там стоит обязательно Дима Моисеев. Я напомню, наш гость сегодняшний, руководитель внедорожного клуба «Автокод», судья первой категории, человек физически крепкий, много весит, поэтому если он прямого попадет, хука, то есть, или как называется, подбородок, то, значит, человек сразу убирается из опасной зоны, как я понимаю. Судья первой категории, обладатель Кубка ДСА в паралиспринт, я читаю подсказку, да. Мы сегодня, да, и при участии замечательного двукратного чемпиона Европы по ралли Алексея Луканюка, мы сегодня как раз и говорим о том, как вот эту проблему, ну, наверное, решить ее совсем, наверное, сложно, невозможно. Всегда найдутся маньяки, которые выбегут с фотоаппаратом перед машиной. Но в целом, что хотелось бы, чтобы люди знали на таких гонках? Вот я такое длинное вступление сделал, пожалуйста, прошу, продолжайте. Ну, на самом деле, я вот сегодня пригласил Алексея как раз, поскольку он все-таки, наверное, у нас самый титулованный из всех... И вообще он был на ралли. ...пилотов последнего времени. И уж как не ему, да, знать, насколько вот такие действия зрителей вообще могут помешать. Поэтому, вот, Леш, если можно, пару слов о том, насколько, вот как ты правильно сказал, да, ралли нужно смотреть из кабины. Вот насколько из кабины болида, несущегося на скоростях в среднем около там 200 км в час, воспринимаются вот отдельные, скажем так, элементы, которых с трудом можно назвать болельщиками. Ну, к счастью, во многом мы едем немножко медленнее, и, во-вторых, степень концентрации настолько высока, что, как правило, мы, ну, не отслеживаем уж досконально, кто где стоит. Но, конечно, когда люди стоят близко к трассе, это пугает. И у меня у самого был один неприятный случай, когда на ралли Карелия был правый поворот такой через трамплин, и я вижу человека, который стоит... Потом даже фотки мы смотрели. То есть есть ленточка, и они, подвигаясь ближе к трассе, натягивают эту ленточку. То есть он стоит вот внутри поворота, в апексе прямо. Я начинаю, ну, целиться так, чтобы пройти там на каком-то расстоянии от него. И когда я заезжаю за трамплином оказывается еще один человек, который стоит на полметра еще ближе к центру трассы. У него в руках фотоаппарат. Вот, я все это успел увидеть, но я ничего сделать уже не мог. Есть фотография, но, к сожалению, мне сейчас ее, конечно, не найти. Это был какой-то год 2014. Но я еду ему прямо по ноге. Вот у нас шипы сантиметровые на колесах зимой. Я ему проехал по ноге. Ну, это, конечно, стресс огромный. И просто выкинуть из головы как бы невозможно, потому что человеческое здоровье, жизнь — это, наверное, самое драгоценное. Так а потом-то узнали, что потом было? Ну, потом оказалось, что пьяным море по колено, и у него все в порядке. Так, крепкий, царапинка. Крепкие армейские бутсы, да, спасли его. Вот, но тем не менее... А хотелось потом его поймать и отдать Диме? Ну, тут... Давайте дальше пойдем, хорошо. Да, в общем, друзья, болельщики, вы очень ценны. Без вас этот спорт не был бы таким, какой он есть. Вы бесценны, когда что-то происходит с машиной, когда мы застреваем, вылетаем с трассы, попадаем в канаву в какую-нибудь, и нас надо вытолкнуть, перевернуть, вернуть на трассу. А болельщикам можно подбежать и вытолкать, да? Да. А, вот смотрите, как вот вы, получается. То есть так, типа, не надо, не подходи. А как чего, так подходи. Да, у меня, кстати, у Лёши, у штурмана моего, они как-то болели, ездили, по-моему, то ли в Греции, это вообще было давно, 15 лет назад, были на чемпионате мира на этапе, около них застрял один из лидеров,
Вот, и они активно выталкивали, и он потом показывал мне прожженные штаны, потому что выхлоп настолько раскаленный, настолько горячий, оттуда летит воздух, что у него оплавленные штаны и спаленные волосы на ноге. Вот, но они его все-таки вытолкали, и у него самые яркие впечатления именно от взаимодействия вот со спортсменами. То есть они помогли человеку выбраться, и это воспоминание у него доминирует над всеми остальными. Ну, на самом деле, вот действительно, к вопросу о том, где лучше всего смотреть ралли, да, у нас зрители выбирают именно те места, где потенциально... И может что-то случиться, да. Да, сложное место, где, возможно, высока вероятность ошибки пилота, из-за которой машина там вылетит с трассы, и вот тут вот оказаться, и вот действительно вот перевернуть машину, да, когда я ее потрогал. Вот это самый кайф для болельщика. У меня все детство прошло там, где проходили ралли «Белые ночи». Вот я вот все детство... Слушайте, ну есть же у вас, как они называются, волонтеры, да, какие-то помощники, которые там, маршалы или как их назвать? Да, судейские бригады есть маршалы в жилетках, но зачастую, к сожалению, у нас менталитет наш, он не позволяет как-то прислушаться к опытным людям, которые на работе. Мягко говоря, да. Вот. Ну и еще, вот как правильно Алексей заметил, что все эти инциденты, они, конечно, в основном происходят с людьми не всегда трезвыми. Скажем так, в 80% случаев это люди, которые приехали уже... Ну, у них праздник. Угу. Как бы, а у русского человека что такое праздник? Это мы уже начинаем отмечать. Финны, ты тоже понимаешь, они жрут там, у них они приезжают на каждого по ящику пива, но Леш, они вот сейчас, делают это по-другому. У меня в субботу на ралли Карелия был первый Куянсу. Мы расставлялись в 7 утра. Вот живых не было. В 7 утра уже половина людей на трамплине, вот особенно там, где столик, там вот этот вот уехал в лес вместе с машиной, вот там половина уже была очень, в не очень состоянии. В 7 утра. То есть они, видимо, ну, начали как бы еще вот со вчера и не прекращаясь, как бы. И так, таким людям очень сложно вдвойне объяснять, какие бы у тебя полномочия не были. Но вот на самом деле мы разговаривали с руководителем нашей федерации уже и пришли к выводу, что действительно, видимо, придется перенимать вот такой вот опыт европейский, когда действительно отменяются какие-то спецучастки. До тех пор, пока не отойдут люди. Ну, либо до тех пор, да, то есть либо отодвигать старт, да, либо просто переводить в дорожный режим, и они будут наблюдать, как просто со скоростью 40 км в час уже как по дорогам общего пользования мимо них проедут спортивные автомобили, испортив тем самым и себе как бы праздник, и испортив там в некотором смысле гонку пилотам. И может быть вот после таких прецедентов у людей появится там что-то в голове. Вот все-таки вот вопрос к Алексею. Алексей, а вот обыкновенный человек, если видит за рулем едущий, вот обычный я. Вот я еду, вижу, выходит человек, там, будь то на пешеходном переходе, будь то так наступил, ну как-то вдруг вот что-то показалось мне, что вот может, ну, представлять опасность и для меня, и сам для себя. Я сразу там стараюсь как-то притормозить, смотрю на него, анализирую ситуацию и так далее. Но это в обычной жизни, в обычном трафике, 30 км в час, там 40, ну сколько ты тут едешь, там, ну 70. А в вашем случае, как вы боретесь с этим желанием на тормоз нажать? И как-то вот как вы научились от себя это отдалить, вот точку принятия решения вот это, с неожиданными людьми? Сложно ведь описать состояние, когда ты находишься в режиме движения с предельной скоростью на время. У тебя, по сути, куча препятствий, которые тебе мешают показать этот результат. Ну и, наверное, все-таки спортсмен воспринимает любое препятствие, будь то дерево, человек рядом, как ну, объект, который ему мешает. Как кеглю. Да, и в итоге... Да, ну такой подвижный конус какой-то двигается по трассе. То есть рефлексировать сильно, что... Вот он, бедный, несчастный, пьяный, трезвый, там пошел, заблудился и так далее. Конечно, некогда. Ты просто думаешь, ах, ты мешает мне проехать. Перефразирую тогда. Вы увидели человека где-то там далеко и инстинктивно нажали на тормоз. Нет. И потеряли там секунду-две. Это может быть причиной невыигрыша? Ну, наверное, да, но для этого нужно увидеть, что человек не способен там переместиться с трассы. То есть, если он где-то там ходит, ну, мы, естественно, рассчитываем на то, что он все-таки...
убежит как-то, и дорога будет свободна. То есть все равно вы научились реагировать не торможением сразу, а как-то все-таки... Саш, ну, на самом деле, не так часто такие ситуации бывают, это не то, что... Дима гонке... говорит обратное, он, люди ходят у него по его ралли. Скажем так, нашими стараниями мы все-таки пытаемся сделать так, чтобы эти хождения заканчивались к моменту приближения непосредственно спортивного автомобиля. Но нет такого, что вы вообще не тормозите, едете как ехали, в надежде, что как раз вот службы уберут человека и без вас. Ну, примерно так оно и происходит, да. Ну, то есть, нарочно никто не рискует, но у спортсмена есть ожидание, наверное, отчасти оправданное, что трасса безопасна, что он едет, ожидая. Ну, что у людей есть инстинкт самосохранения. Ну, что люди знают, что здесь проходит гонка, потому что заранее вывешиваются там таблички, какие-то информационные какие-то сообщения, что будет гонка в этом районе, на таком-то отрезке и так далее. Вот. То есть, конечно, ну, нарочно никто там между зрителями не маневрирует, но еще раз, чтобы не сложилось сложное впечатление, ну, нет такого, что вот на каждой гонке там нам приходится объезжать по 10 человек. Ну, может быть, лось вышел, не дай бог, или это вообще невозможно. Бывает, конечно. Дикие животные встречаются. А как? Ну, их отгоняют вертолетом, залповым огнем, ну, как-то там, как-то нет? Это не помогает. Ну, есть определенные обстоятельства, на которые, конечно, повлиять невозможно. Слушайте, вот. А вот вы говорите, что, что здорово, что зрители вас поддерживают. А как они поддерживают пилота, который сидит в наушниках, в этом коконе безопасности, все ревет, орет вокруг, ничего не слышно, пилот на пальцах, штурман показывает там налево, я не знаю, как это у вас там происходит, но, наверное, вы не особо не слышите какие-то крики из 100-метровой зоны там далеко, откуда-то, где Дима поставил людей, они там, Леша, вряд ли же вы услышите. А как они вас тогда поддерживают? Как вы понимаете, что они вас любят? Может, они ненавидят вас? Стоят там. Загадка. Вот и посеял сомнение. Нет, если они пришли, значит, они любят автомобильный спорт. Они не пришли кидаться помидорами в нас, наверное, все-таки. Не, ну, может, какой-то плакат вывешивают там. Бывает флаги. Плакаты вывешивают, фаеры зажигают, стоят, размахивают фаерами, особенно в вечернее время. Ведь культура боления — это, ну... Когда люди собрались, уже какая-то у них тусовка, у них своя какая-то вибрация, какая-то там идет у них шумовая вот эта составляющая, покричать, похлопать, там, обсудить как-то вместе, да, порадоваться за хороший проход, обсудить в деталях, кто что должен был сделать по-другому. Ну, для этого нужна компания какая-то, и не обязательно едут болеть за кого-то конкретного, бывают просто люди приезжают посмотреть на соревнования, насладиться природой. Ну, и бывают такие компании, и настолько эмоционально они выражают свои эмоции по поводу проходов, что у меня такое складывается ощущение, что пилоты все-таки, несмотря на звук мотора, шлемы и наушники, должны слышать. Прям вот настолько это эмоционально бывает и настолько громко, что... Не, ну видно людей, которые как-то жестикуляции своей там подбадривают, машут, опять же, флагами. Слушайте, а от обратного, вот и про трассу мы поговорили, что нельзя стоять там близко, не стой под стрелой, а то упадет груз, да, и не стой рядом с машиной, когда она едет. А вот когда уже все завершилось, когда вы выходите на подиум, тем более с шампанским, а есть люди, которые всегда любят и запах, и даже, может быть, уловить брызгу, когда вы начинаете брызгать. Вот там как-то регулируется, вот эта вся вокруг толпа, она может подходить близко к этому... Ну, это зависит от... Обычно там натянуты ленточки, если это прямо на награждение на финишном подиуме, ну, где да. мы заканчиваем гонку. Ну, там огорожено, там есть представители... Но там уже полиция, наверное. Полиция, да? Там как-то все спокойно происходит. Самое интересное начинается после гонки на обычных дорогах, когда зрители начинают разъезжаться. Они насмотрелись, у них накопилось вот это желание показать, как же надо по-настоящему ездить. Да, они только что видели, да. Да, они все видели, они знают, что... Ничего сложного-то нету, я-то могу лучше. Вот. И количество полегших по обочинам машин после гонки увеличивается значительно. Так что... Слушайте, а сложнее ездить в зимние гонки или такие вот нормальные? А зимой поспокойнее, наоборот, потому что, ну, вот как сейчас зима, столько снега, такие большие сугробы, что они тебя держат, как вот в желобе, как эти бобслеи, вот эти они там в желобе едут. Ну, здесь то же самое. Можно, конечно, улететь, безусловно, но от маленьких ошибок очень сильно спасает снег. Замедляет тебя, но ты не бьешься ни о деревья, ни о камни, остаешься на дороге. Поэтому а само маневрирование тоже же оно другое какое-то, да?
да, ведь тут и другие. Ну, немного по-своему, да. Там покрытие, конечно, другое. В целом все то же самое, просто характер сцепления разный. Колея очень хорошо держит, там, где до льда докопались колеса. А как только ты уходишь с этой траектории, с чистой в снег, ну, там начинаются, конечно, вальс. И после второго прохождения, конечно, на боевом шипе очень здорово, особенно если глубокий лед, там глубокий снег, укатанный на дороге, он превращается в такую достаточно глубокую колею. Колея, да. И вот тут вот, да, тоже как раз по второму проходу по колее случается гораздо большее количество вылетов, потому что там начинает бросать именно в самой колее. А автомобиль-то не трамвай, он по рельсам так себе едет, иногда раз разболтает. Слушайте, Алексей, если вы двукратный чемпион Европы по ралли, то есть вы ездили там в теплых местах, то если всю эту компашку, которая с вами соревновалась, привезти к нам сюда, забросить к нам сюда в какую-нибудь Баху Северный лес, то они вообще, наверное, не отъедут даже от старта. А вы себе легко так же, как местный человек. Ну, европейцев не стоит недооценивать. У них культура... У них леса нет, то есть снега же нет. Культура вождения на высоте. Ну, Прибалтика вся едет снег, например. Все спортсмены с Прибалтики, конечно, последние зимы не такие у нас снежные. Ну, сейчас хорошие, а так вообще многие этапы отменялись. Раньше зимнее ралли Латвии было по снегу, но в связи с тем, что, опять же, снег там перестал появляться в тех краях, его полностью отменили. Сейчас в чемпионате Европы нет снежно-ледовых гонок. Но, тем не менее, этап чемпионата мира есть в Швеции. Туда приезжают со всего мира, со всей Европы и мира спортсмены, поэтому умеют они ездить, умеют. А ты не слышал, кстати, ничего, не собираются в России этап делать? Ходят какие-то слухи, но я считаю, для этого нужно не просто информацию выбрасывать, а серьезно готовить этот проект. Это очень серьезная работа. А скажи, пожалуйста, а сколько обычно на этапе мира протяженность спецучастка? Этап чемпионата мира примерно состоит из 300 боевых километров. На чемпионате Европы это 200, чемпионат России для сравнения 120, ну, то есть большая дистанция, 3-4 дня идет чемпионат мира, одна гонка. А сколько спецучастков вы за день проходите? Сильно зависит от конкретной гонки, потому что, например, вот Арктик ралли состоит из участков по 30-40 километров, и их там 6-7 штук. Вот. А бывают гонки, где нарезано все по 10-15 километров, и там, может быть, до 25 спецучастков. Зависит от места. Ну, в километрах. Давай чуть-чуть считать в километрах. Вот мне за день интересно. Количество спецучастков за день? Да. Ну, до 10. До 10. Они повторяются как-то или они все разные? Ну, как правило, повторяются. Мы делаем так же, как один круг. России, да. Ну, то да, есть да, по два раза вы едете один. Да. Тот же, то есть, грубо говоря, 5 спецучастков по 2 прохождения. Да. Я просто пытаюсь со своей колокольни... Масштаб организационных затрат на все на это. Да. Ну да. Потому что по большому счету... Количество ленты, которые надо, чтобы все обтянуть. И ленты, и сетки, да, и количество маршалов, которые необходимо расставить, потому что... Почему ты говоришь слово маршал? Это так принято? Это так называется? Ну, вообще, строго говоря, если смотреть план безопасности, то называется это контролер-распорядитель. Угу. Жуткое название. Да, как будто с фабрики. Жуткое, да. Поэтому, когда я смотрю план безопасности, да, у меня вот там есть такой жаргон, да, сколько мне КРов надо расставить. Вот, поэтому, ну, как-то уж так во многих дисциплинах это именно маршалы, те, кто работает на трассе, поэтому, ну, уж мы привыкли маршалами это называть. А вы сидите на одной волне с гонщиками? То есть ты можешь сказать, например, экипаж такой-то, внимание, перед вами вышел, мы его выбираем. Мы к гонщикам вообще никакого отношения не имеем, более того, у нас есть посты связи, которые только они имеют связь со штабом, вот, а мы в лучшем случае общаемся между собой там какими-то портативными радиостанциями, потому что чаще всего, ну, дистанция все-таки большая, там 15-20 километров спецучастка, и там, к сожалению, чаще всего еще и сотовая связь не работает, то есть мы еще вот, ну, между собой маршалы практически никак и общаться толком не могут. Давайте будем закругляться потихоньку, а давайте вернемся к основной теме сегодняшнего нашего эфира, о том, что при просмотре ралли автомобильного не нужно физически стоять там, где стоять нельзя.
Чтобы понять, где стоять нельзя, нужно просто смотреть, что тебе в руки дают флаеры. Нужно почитать в интернете. Ну, что я за тебя говорю? Да? Почитать на сайте соревнований. Как минимум, нужно слушать... не будем называть это указаниями, да, но, скажем так, рекомендациями маршалов, которые находятся на трассе и в обязательном порядке стоят в местах скопления зрителей. Ну да, наверное, здравый смысл, уважение к себе и к другим, вот эти вот простые вещи, они должны, ну, как-то направлять нас на путь истины, да, чтобы все было безопасно, прилично. Для всех это праздник, никто не хочет никого ущемлять там и устраивать какие-то проблемы, не надо самоутверждаться за счет противодействия силам не то что правопорядка, но люди, да, маршалы, судьи, они стремятся сделать процесс безопасным для всех и в первую очередь для зрителей, поэтому... А не бывает такого, что вот как раз для тех, кто любит машину попереворачивать снова, там подержаться за нее, специальный круг почета вы делаете, то есть вы уже победили, все, потом все выезжаете и везде специально опрокидываетесь, и люди подбегают, и вас переворачивают, дальше едете опять немножко раз так, и там другие люди вас поддержали. Нет, такого, конечно. Я шучу, конечно, да-да-да. Как всегда, неуместно. Ну что ж, пожелаем нашим слушателям, тем, кто ездит на подобные соревнования, действительно прислушаться к тому, о чем сегодня говорили уважаемые люди. Я напомню, что двукратный чемпион Европы у нас в гостях сегодня Алексей Лукинюк. Мы вас всегда ждем в любое время. Дима, тебя тоже всегда ждем. Дмитрий Моисеев, наш старинный друг еще со времен Радио Рокс, замечательный судья первой категории, руководитель внедорожного клуба «Автокод», обладатель Кубка ДСАФ по ралли-спринтам. То есть уважаемые люди сегодня у нас были в студии. И, друзья, и вам самим в том числе тоже соблюдайте осторожность от всяких нехороших людей. Спасибо, Саша. Спасибо. Тебя приглашаем на ралли зрителям. Ой, спасибо. Прессы. Все, счастливо и всего доброго, и всем удачи. До свидания. До свидания. Пока. Вы слушаете Моторадио.